минувшую субботу не стала одной из самых успешных поп-исполнительниц, известной своими музыкальными достижениями и вокальными способностями, Уитни Хьюстон. На 49-м году жизни певица скончалась в своем номере одного из отелей Лос-Анджелеса, буквально за несколько часов до выступления на церемонии вручения Грэмми. Полиция исключает версию насильственной смерти. Причиной могло стать употребление антидепрессантов в сочетании со спиртным, которое она в весьма большом количестве выпила во время вечеринки накануне перед трагическим событием. Все родные и близкие испытали настоящий шок от этой новости. В Лос-Анджелесе с песни Уитни Хьюстон началась торжественная церемония вручения наград Грэмми. На огромном экране транслировался клип «I Will Always Love You». Также были показаны кадры из фильмов «Телохранитель», «В ожидании передышки», «Жена священника», где шестикратная лауреатка Грэмми исполнила главные роли. Хьюстон внесена в Книгу рекордов Гиннесса как певица с самым большим количеством наград. Американский телесериал о выдающемся враче диагностики Грегори Хаусе и его команде, появившейся в 2004 году, подходит к своему логическому завершению, дабы совсем не приесться зрителям. О том, что восьмой сезон становится последним, официально заявили продюсеры сериала Дэвид Шор, Кэти Джейкобс и исполнитель главной роли Хью Лори. Медицинский детектив с элементами драмы обрел широкую популярность, его смотрят в 66 странах мира, несомненно, благодаря талантливому, но пренебрегающими правилами хорошего тона, язвительному и викидинозависимому центральному персонажу доктору Хаусу. Именно по его фразе «все врут» и будут скучать все поклонники этого сериала. Интересно, а Хью Лори не пожалеет об этом, учитывая, что за один эпизод кошелек актера пополняется на $400 000?